В моем сознании, как мы говорим, раскрылось семя, и маленькая картинка ручки всплыла за доли секунды. Мы даже не замечаем, потому что это происходит 65 кадров в секунду, как на видео, как ваша жизнь. Но же кто-то нас научил по поводу того, что это ручка. Можете попробовать научить собаку, она не поймет. Речь идет о ограничивающих убеждениях, верно? О убеждениях? Почти так. Если я хочу, я умышленно посажу семя в сознание. Я могу посадить деньги, хорошее здоровье. Мне 66, я занимаюсь балетом. На прошлой неделе я преподавал балет. Выглядите шикарно. То есть вы можете изменить свое тело, свои финансы. Можете иметь прекрасную семью. Потому что это все исходит из вашего сознания. Если научиться сажать это. Что ж, я думаю, что все здесь присутствующие, все зрители уже хотели бы узнать эти 4 шага. Но этому закону 2000 лет. Часть мозга занята мыслями, как достать деньги. Я провел 30 лет в монастыре. Говорят, поедешь в Нью-Йорк и начнешь бизнес.